В 2012 году Европейский Союз выдвинул ультиматум Украине. Или ЕС, или ТС. Никто не собирался принимать нашу страну в Европейский Союз. Речь шла только о подписании губительного для Украины соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Впоследствии политиками Европы этот ультиматум был признан серьезной политической ошибкой. Но все предложения о трехсторонном соглашении, позволявшем Украине сохранить свой промышленный потенциал, были отвергнуты. Мы предупреждали, в случае подписания соглашения Украина столкнется с проблемами закрытия огромного числа предприятий, резкого роста безработицы, катастрофического падения уровня жизни граждан. По расчетам наших ученых и экспертов, только крупных предприятий будет закрыто около 8 тысяч. Десятки тысяч мелких и средних. А это означает безработицу. Это означает гибель отечественного производства во многих отраслях и сферах. Эти слова оказались пророческими. Закрывшиеся и распроданные флагманы украинской экономики, сокращенные высококлассные специалисты стали сухими цифрами статистики. Уже к марту 2015 года треть предприятий горно-металлургического комплекса была закрыта. Работу потеряли 400 тысяч человек. Запорожский автозавод закрыт. Цехи выставлены на продажу. КРАЗ признан банкротом и подлежит ликвидации. Комитет Верховной Рады, который занимается вопросами промышленной и регуляторной политики, констатирует, ежедневно в Украине закрывается 150 предприятий. Власть проигнорировала заключения и предупреждения экспертов, ученых, активной общественности, и соглашение было подписано. В результате к концу 2015 года уровень безработицы в Украине достиг исторического максимума за все годы независимости. Сегодня, по самым скромным подсчетам, каждый десятый трудоспособный гражданин не имеет работы и средств обеспечить себя и свою семью. По данным Госкомстата, на одно вакантное место в 2015 году в стране приходилось 13 безработных кандидатов. Но если верить Всемирному банку, то эту нагрузку надо увеличить в 5,5 раз. По данным ООН, сегодня 80% наших граждан оказались за чертой бедности. Украина признана самой бедной страной Европы. Тотальная бедность наблюдается даже среди работающего населения. Работа перестала спасать людей от обнищания, и это провоцирует рост негативных процессов в обществе. За последние 2 года рост преступности в стране составил 20%. При этом, если еще в 2013 году безработные составляли лишь 13% преступников, то к концу 2015 года этот показатель достиг 55%. Украинский выбор заявляет: не услышали вчера, услышьте сегодня. Работающая экономика – это фундамент развития государства и общества. Чтобы росли доходы граждан, вектор развития экономики должен быть изменен в сторону реальных перспектив, а не мифических обещаний, идти по пути ошибочных и недальновидных рекомендаций МВФ безответственно и преступно. Чтобы поднять экономику, чтобы наша страна снова стала полноценным субъектом мировых рынков, украинская власть должна предпринять реальные шаги по установлению мира и отказаться от авантюристического евроинтеграционного курса. Нам нужно вернуться на традиционные рынки сбыта в странах СНГ. Там наши товары конкурентоспособны. Там перспективы для развития промышленности, науки и образования. Это путь к росту благосостояния граждан и укреплению социальной стабильности.